Здравствуйте, дорогие зрители. Меня зовут Вячеслав, и хочу сказать несколько слов о формате этого видео экспериментального. Сегодня мы будем беседовать с интересным, талантливым человеком Кириллом Антоновым. Собственно, откуда возникла эта идея? Кирилл, как всем известно, несколько лет уже штурмует городские площадки музыкальные. И сразу хочу заметить о том, что многие в городе говорят, что у нас довольно много музыкантов. Тем не менее, я живу в этом городе уже много лет, и как обычный обыватель, не так часто где-то их могу видеть или слышать. Поэтому нужно знакомиться с нашими героями, так скажем. И с Кириллом я знаком не так давно, поэтому возникла идея познакомиться с ним получше и сделать это в таком формате видеоинтервью, которая наверняка понравится его уже многочисленным слушателям и поклонникам его творчества. Ну, а мой интерес в том, что во времена такого сложного карантина я, можно сказать, реализовал свою юношескую идею там, быть журналистом. Поэтому совмещаем приятное с полезным. Так что приятного просмотра. А вот так, да, давай так, хорошо. Молодец. Ну что, дорогие друзья, представляю вам моего сегодняшнего собеседника. Кирилл Антонов, талантливый человек, музыкант. С чего хотелось бы начать, это первый вопрос по традиции. Расскажи, Кирилл, немного о своей краткой курс биографии, так скажем. Как, где ты родился, рос, как проходило твое детство? Ну, если вкратце прям... Я 88-го года рождения, родился я в городе Северодвинске, это Архангельская область, вот, и там я прожил свою большую часть жизни, вот, в деревне Ефремковская, это Пакшинга. Всем с Пакшинги привет, кто меня знает, помнит и любит. Вот, там я начинал свой творческий путь, начинал я со школы, и помню, что в 6 классе было первое задание придумать стихотворение про маму. Вот. И вот оттуда все и пошло. Был какой-то конкурс. Вот, результаты я не помню. Вот, наверное, не победил в этом конкурсе, да. Но какой-то районный конкурс был. Пришла учительница в класс и сказала, что нужно придумать стихотворение про маму. Вот, и я там целый вечер сидел, сочинял. Вот, слова уже не помню, но вот, оттуда все пошло. Первое свое сценическое выступление в плане вокала, это был 9 класс выпускной. Там я исполнял песню, переделанную песню, если не ошибаюсь, Киркорова, единственная моя. Вот, то есть там слова, там учительница первая, единственная моя. Вот, и там вот, переделал слова, да? Ну, не переделал, учителя переделали, дали ее исполнить. Ну, вот, и тогда вот все это пошло. Помню, как репетировал, и там одна из моих одноклассница сказала, что у тебя неплохо получается. И вроде как это все, и оттуда все и пошло, поехало. Потом был техникум в городе Вельске, Вельску, привет. Вот, там был техникум, и там была у меня группа, называлась «Шторм». Вот, теплые воспоминания об этой группе, потому что с частью ребят из этой группы я до сих пор общаюсь и делимся какими-то новостями и достижениями. Вот. Случай был забавный с этой группой. Как-то мы отдыхали, даже так по-студенчески. Вот. Все мы прекрасно понимаем, о чем я говорю. Вот. Ребята предложили... Выпивали, отдыхали. Нас могут слушать разные возрастные категории. В общем, отдыхали с ребятами. За здоровый образ жизни. Да. Ребята предложили, давайте сделаем татухи все. Какие татухи? Ну, группа «Шторм». Вот, я говорю, ну давайте. Вот. А что, какой год был? Технику, получается, поступил в 2003 год, скорее всего, 2004 или 2005. Вот. Uh-huh. И все таки да, давайте, классно все. Вот. Придумали дизайн, вот, и поскольку я был лидером группы, вот, вокалистом, он говорит, ну давай, ты же это самый боевой, накали. Я говорю, ну давай. Я, короче, накалул, вот. Они потом слились. До сих пор у меня татуха здесь есть. Зато он и лидер. Да. Анализируя эту ситуацию спустя долгие года, есть
как бы две грани этой медали. То есть отрицательное, то, что ну, глупо сделал, да, по сути своей, там, знаешь, такая минутная слабость или минутные эмоции, которые сделали память на всю жизнь. Вот. А с другой стороны. Как лучше показать? Как-нибудь потом. Вот. Только избранные могут. Как его? Положительная сторона этой медали в том, что есть понимание того, что полная самоотдача тому, что ты делаешь. Вот. То, что ты готов пойти на все, чтобы добиться какой-то цели, ну, в плане творчества, конечно. Вот. То, что ты перед собой не видишь никаких проблем в этом плане. И ты веришь в свою мечту, цель и идешь к этому. Вот. То есть этот путь, он как бы на 100% заряженный. Вот. И ну вот, то есть я правильно понимаю, ты этот путь выбрал с самого детства, да? Да как бы не путь выбрал, как, да, повторюсь, это... Ну, стал на творческом ну, дороге. Да, то есть как бы оно как бы само все подходит ко мне, это все. Не то, что, понимаешь, если был бы я, вот, допустим, программирование, скажем, это вот не мое. Я вот на месте друг занимается программой, пишет системный администратор. Я смотрю то, что он делает, я понимаю, что меня тошнит от этого. Я не понимаю, как все это делается. Ну, вот. Ну, нельзя заставить летать. Да. Вот. А есть вещи, которые ты ну, как бы тянешься к этому. Вот. И музыка как-то она все со временем все ближе. Вот. Был у меня почти 5-летний или 6-летний простой. Я гитару брал раз в неделю, в лучшем случае, или раз в месяц. Вот. Когда я жил в Череповце. Вот. Песен не писал тогда. Вот. Не знаю, чем это связано, просто была какая-то, видимо, жизненная ситуация сложная. Скажем так, не до этого, может, было. Вот. Были другие сложности. Вот. Но как-то потом, когда приехал в Волгодонск уже, начал заниматься обучением на гитаре. Вот. И ребята с группы ИНЫ, вот тоже, если ребята меня видите, вот, пригласили меня поиграть на гитаре. Вот. В данном случае Виктор Халеев. Вот. И потом после этого начали с ребятами играть, развиваться. Где-то около года мы с ними поиграли вот, в качестве кавер-группы. И потом ребята закончили обучение, разъехались. Вот. И получилось так, что я остался один в плане этого движения. Ну, вот, даже сейчас небольшой камень в огород ребятам скажу, что на последнюю репетицию пришел я один, они не пришли. Вот. Для меня это был сигнал о том, что ну это пока все. Вот. И я начал сам двигаться дальше. Вот. Авторская песня пошла у меня. Вот. И как-то все, когда углубляешься в эту тему, то она все больше дается. Вот. И это пошло, получается, уже 3 года с того момента. Ну, порядка, наверное, 50 или 60 произведений разного плана, разного жанра было написано за это время. Вот. Как конвейер. 2 песни или там 1 песня в неделю. Вот. Поэтому вот так вот все пошло. Ну скажи, ну а что тебя вдохновляет обычно на написание? Написание песен или вообще заниматься музыкой? Песни, музыки. Ну, да, что касается, допустим, песен, тут, ну, скорее всего, знакомство. Знакомство с разными людьми получается. Потому что песня это о любви получается. Если встречаешься с человеком, допустим, слышишь какую-то историю от него, вот, там как он, то пытаешься как-то все это приложить в образ, в картину, и это все ложится на стихи. Вот. Бывает также это даже может буквально пару нот, которые идут последовательно, создают какой-то образ в голове, и потом появляется песня. Вот. Как-то у меня ученик по гитаре сыграл неправильно мелодию. Нужно было сыграть так, а он сыграл так. То есть он спустился на 1 струну пониже. Я такой, сыграл неправильно, но звучит прикольно. Вот. И потом. Каждый из нас искренне любил. Ну и так далее. То есть родилась песня после этого. Может, сыграешь какую-нибудь песню как раз, пользуясь случаем. Ну давай. Что бы вспомнить еще? Ну давайте. Самая любимая, у тебя есть какая-то любимая из твоих песен, которая кажется тебе наиболее ну, такая. Самая нормальная. Глубоко запала в душу, так скажем.
Да, не нужен каподастр. Ну, в общем, одна из самых таких, скажем так, песен, которая прожита душой, называется «Романс одиноких сердец». Как жаль, что я не встретил вас годами раньше. Как жаль, что моя жизнь была как черно-белый сон. И я не знал, что будет дальше. И только желтый лист танцевал бастон. Я не прошу вас любви и понимания, и сострадание тоже мне вовсе ни к чему. Когда увидел вас, пришло мне осознание, что нет тебе покоя сердцу моему. Я прошу вас, не отводите взгляда. Я вас прошу не молчать. Я вас люблю, хоть вы и не рядом, но готов вас ждать сотню лет. Когда-нибудь мы станем немного ближе, когда-нибудь мы станем чуть-чуть родней, когда-нибудь я встречу вас весной в Париже. Увижу вас среди толпы людей. Вы улыбнетесь, не обронив ни слова. И в вашем взгляде я пойму тогда. Вы тоже рады меня видеть снова. И ждали, и любили вы меня. Я прошу вас, не отводите взгляда. Я вас прошу не молчать в ответ. Я вас люблю, хоть вы и не рядом, но готов вас ждать сон. Аплодисменты, дорогие телезрители. Замечательная, проникновенная песня, хороший романс. И у тебя интересный тембр голоса, на самом деле, такой, ну, на мой взгляд, я довольно считаю себя довольно меломаном таким в музыке, поэтому ну, не часто встречается, потому что это большой плюс, я считаю. Спасибо. Вот, вы послушали одну из близких, можно сказать, Кириллу песен. Пишите комментарии, оставляйте отзывы. Те, кто в первый раз увидит это видео, кто уже следит за творчеством Кирилла, также можете писать ваши пожелания, обратную связь по этому интервью, так скажем, беседе. Ну что, тогда продолжим. Ты нам рассказал про свое детство, как ты вступил на путь творчества, да? И какие у тебя сейчас есть цели, задачи ты, может быть, ставишь, если не секрет, может быть, поделишься, чего ты хочешь достичь, чего ты хочешь от музыки? Ну вот, когда у меня была группа «Чистое небо», да, именно была, потому что вот, в данном составе, получается, уже не существует. Была мечта, как бы, шансон года взять, то есть в плане этого года. Какие-то вот, большая сцена. Когда уже группа распалась,
просто помощников не стало в этом плане, и уже как-то сложнее пошло все это дело. По поводу сейчас, какие мечты? Ну, ты знаешь, вот когда, не знаю, может это взросление или не взросление, творческое взросление, когда вот, есть этапы, когда ты хочешь конкретной цели достичь, где-то, которая находится за пределами тебя, допустим, там, географически, допустим, да, то есть добраться до Москвы, там, в Москве выступать, либо какой-то скобы... Ну, давай перефразируем, давай, то есть не именно мечта, а вот ты как, разделяешь на какие-то цели, этапы? Я понял, сейчас просто я свою мысль закончу, просто я понял тебя, о чем ты говоришь. Еще раз сформулирую, да, то, что когда у меня был период жизни, когда я стремился достичь какой-то географической цели, Москва, там, какие-то сцены определенно большая, там, либо маленькая, вот, расширить свою географию творческую. Вот сейчас мне получается такое состояние расширить свое внутреннее географическое пространство, понимаешь? Научиться, не совсем. Ну, допустим, пример, да, вот если я сейчас изучаю саксофон, инструмент, вот, и, ну, без сильного пафоса хочу, ну, хочу быть лучшим в этом плане. Не то, что там где-то выступить в Москве, это уже другое, другое, да? Вот хорошее именно, стремление. Да, то есть как бы хочется играть хорошо для того, чтобы понимание того, что вот я, да, вот это я смог достичь. Угу. Вот. Потому что для меня очень важно, что потом обо мне дети будут вспоминать. То есть кем был их папа, да? Гордятся ли дети мною при жизни и уже после смерти. Ну, вот. Поэтому... Вот сейчас вот я нацелен на то, чтобы работать над собой, работать над техникой и работать над тем, чтобы, ну, по мере своих сил и возможностей радовать своих подписчиков и жителей города Волгодонска. Вот. Ну, отлично. Слушай, а скажи, что для тебя важнее, процесс или результат? Да, оно одинаково. Ты знаешь, вот это, ну, то же самое, что как готовить еду. Вот ты готовишь еду, ты пришел вот голодный после работы, готовишь, ну вот тебе нравится, ты любишь готовить. Там купил пельмешки, там все готовишь, нарезаешь лучок, там все. А потом тебе и не съедаешь, и голодно остаешься. Поэтому тут это само, оно дополняет друг друга. Есть момент благодарности за свои труды. Вот. Если ты работаешь над чем-то, и не получаешь результат от этого, неважно, как там... Обратная связь, да? Да, нет, это может быть финансовый ответ от зрителей, скажем так, или это может быть благодарности, какие-то словесные, теплые слова. Вот, даже просто, если ты учишься играть на инструменте и до конца не разучиваешь мелодию, то есть как бы галочку поставил, все, я выучил эту песню, то получается, как ты начинаешь читать книгу и не знаешь финала. То есть оно... непонятно. Поэтому важен и сам процесс, потому что есть кайф в том, что ты не умел, а через неделю сумел. Вот. То есть постепенный рост. И кайф в том, что ты все, я вот научил там несколько произведений и смогу сыграть им, своим слушателям. И порадовать их. Понял. Слушай, а скажи, вот ты все время играл на гитаре. В какой-то момент какие мысли тебя сподвигли именно взять в руки саксофон? То есть почему именно саксофон? Есть клавиши и замечательные есть. Клавиши я пробовал, не получилось. Да, терпения не хватило, наверное. Тут есть, ну, наверное, две составляющие. Первое, для меня саксофон — это как новое приключение творческое, потому что это новый звук, абсолютно новая техника. Тут даже меньше пальцев работают, чем на гитаре, вот, но больше работает губы, рот, вот. Поэтому тут как бы такой творческий интерес, поэтому это с одной стороны. С другой стороны, саксофон помогает мне, ну, прямо буду говорить, зарабатывать больше, потому что все мы понимаем, что все играют музыку ради денег, естественно. Да, то есть надо зарабатывать, потому что все мы кушаем, вот, надо и детей кормить, и
саксофон помогает в этом плане. Как ты сказал, готовка, да? То есть ты получаешь удовольствие от процесса и нужен результат. Да, надо кушать на что-то. Вот. Ну и саксофон просто, он божественный инструмент. Да, соглашусь. Так, мы поговорили за творчество. Ты так и не сказал, конечно, за какие-то ближайшие цели, не обозначил, наверное, это секрет, да? Да, секретов нет. Учим песни, работаем. Просто, ну да, то есть как бы хочется, допустим, сейчас потеплеет, самоизоляция закончится, и выступать в парках города. То есть такая картина у меня в голове есть. Вечер, парк, люди отдыхают, и легкая мелодия на саксофоне. В парке города. Вот. Мне кажется, красиво будет. Это прекрасная идея, потому что по себе тоже знаю, я давно заметил, что у нас в городе как таковых нет лучших музыкантов. Очень мало единицы там, когда работали. А это на самом деле очень интересно. Взять крупные, большие города. Там ребята, постоянно идешь по улице, ты получаешь удовольствие, человек играет там интересную музыку. Тут еще момент есть такой, вопрос от восприятия людей. Если бы ценили бы это, вот, скажем так, должным образом, то тогда бы, да, было больше музыкантов. Я тогда сделал небольшой эксперимент, вот, взял гитару и пошел в подземный переход играть на гитаре. Вот, и наблюдал за реакцию людей, как будут воспринимать. Вот, и люди по-разному воспринимали. Вот. Кто-то был приятно удивлен, там же эхо пришел, то есть все сила, там, голос, гитара. Вот, кто-то смотрел, как будто, ну, кушать нечего, да? То есть, как бы, отчет после творчества делится, ребят, ну вот, играет. Вот. Поэтому тут, наверное, в любом городе такие люди есть. Поэтому, ребят, кто играет на улице, не стесняйтесь, просто делайте свое дело. И радуйте тех, кому это приятно. Ну, а кому не нравится, проходите мимо. Вот. Делится бесплатным советом от Кирилла Антонова. Mm-hmm. Ну что, может, пройдемся по опроснику Пруста? Давай, Пруста. Марсель. Надеюсь, Пруста будет просто. Тут на самом деле не сложные такие вопросы, а довольно интересные. А какая твоя главная черта положительная, на твой взгляд? Вот она является и положительной, и отрицательной. Вот до конца отдаюсь идее. Самозабвенность, так скажем, да? Самоотдача. Самоотдача. Да. Потому что это положительная черта, то, что я добиваю свои цели. Mm-hmm. Отрицательная черта, что эти цели бывают не сбываются, а я максимально вкладываюсь в данную идею. Вот. Это бывает не только с идеей, это бывает даже с человеком. Вот. Я верю в человека, доверяю человеку, я вкладываюсь в него. Вот. А потом, ну, ничего из этого не выходит. А скажи, что ты считаешь в людях самым негативным качеством? Негативным? Да. Негативное качество. Ну, скорее всего, это будет ненасытность. Жадность, наверное. Ну, жадность, ненасытность, синонимы, да. А предательство ты бы смог простить? После искреннего раскаяния. Да. Раскаяние. Ты веришь в Бога? Скорее всего, больше да, чем нет. Потому что в жизни бывают ситуации, когда ты понимаешь, что не может так в жизни получиться без сопровождения каких-то сил. Вот. Была ситуация такая, когда я только начал заниматься гитарой. Вот. Я уже некоторым людям рассказывал эту ситуацию. Написал песню «Родные края». Вот. Это была одна из первых моих произведений. Песня про родину, про Пакшинку, да, где я тут, деревня Ефремковская. И поехал на фестиваль «Струны души», где там я исполнял эту песню. И там три этапа отбора. Сначала всех прослушивают, потом самых лучших пускают на сцену, и там уже судят жюри. Вот. И с этой песни, как тут на меня родилась эта песня, такой весь творческий, весь на эмоциональном подъеме. Когда эта песня рождается, даже как рождение ребенка получается, ну, да, да. Ты прям влюблен в нее и так далее, хочется с ним поделиться. Вот, приезжаешь туда, на вот этот раз, в Романовку, как раз купил эту гитару тут, в тот период. Вот.
и исполнил жюри. Вот, жюри посетило, послушало, а что еще есть? Вот, и мне это все упало, потому что, ну, скорее всего, творческие люди не все такие сентиментальные, вот, сильно восприимчивые. Вот, разочаровался я в самом себе. Вот, и решил как бы не ожидать решения жюри, просто поехал домой. Вот, а за неделю до этого я выложил эту песню в социальной сети у себя ВКонтакте. Вот, ну, выложил, как обычно и выложил. Вот, еду я в маршрутке и задаю себе очень четкий и ясный вопрос, а надо ли мне это? Вот, вот для чего это все я делаю? Кому это нужно? Вот, потому что на самом этапе зарождения всего творческого пути очень много вопросов, очень много сомнений возникает. И вот тоже я еду в маршрутке, и надо ли мне это? Ну, так получается, я приезжаю в Волгодонск, с Романовки, с этим негативным вопросом, скажем так. И мне поступает телефонный звонок с неизвестного номера. И представляются журналистом с города Вельска, это вот район моей области, район моей родины, получается. И говорит о том, что эта песня «Родные края», которую я исполнял на струну души, очень понравилась им, и они хотели бы статью об этом написать. Вот. И для меня тогда был, ну, приятный шок, вот, и осознание того, что меня сначала судьба Бога, да, научил, что, точнее, как бы опустил, да, в хорошем смысле этого слова, а потом приподнял, чуть-чуть выше приподнял, чем это опустил. Дал надежду, да? Дал надежду, да, и дал уверенность, скажем так, в том, что у любого творческого человека, если он артист, всегда будет слушатель, свой слушатель. Кому-то будет нравиться песня, кому-то будет не нравиться песня, кому-то будет и нравиться игра на инструменте, кому-то будет не нравиться игра. Вот. Поэтому делай свое дело и старайся быть лучшим в этом деле. Да, все в этом мире субъективно и относительно, как говорил дедушка Эйнштейн. Да, и самое главное в этом деле своем делай это с душой. Максимально хорошо, насколько ты можешь. Вот. Подтвержду еще раз эту историю по поводу того, что был вопрос, дал ответ. Да? Даже у меня с этим саксофоном, да, была история о том, что была мечта купить хороший саксофон. Вот, и сыграв для хороших людей песню, вот, отблагодарили меня этим саксофоном. Вот. То есть делай качественно, делай хорошо, делай с душой, и тебе Вселенная поможет через других людей. Вот. То есть с благими намерениями. То есть, да, да. Делать, конечно. Вот. Я думаю, что это творчество не должно быть корыстным. Вот. Если ты делаешь, то есть целенаправленно занимаешься творчеством, чтобы только чисто за денег, да? Да, денег, то это ни в какие ворота не уйдет. Вот. Хорошо. Ну, все-таки давай кратко тогда по вопроснику. Давай, я готов. Марселя Пруста, да, кто не знает, такой французский писатель, по-моему. Мы там тоже выжили, я тоже не помню. Поехали. Так, в чем для тебя счастье? Я себя чувствую счастливым, когда... Тут одним словом или ситуацию писать? Ну, так. Пару предложений можешь кратко сформулировать, если. Ну, счастье – это когда ты достиг того, что ты желал. Счастье – это когда, ну, из мелочей, говорю, ну, это не мелочи, из бытовых вещей, когда дети обнимают, когда приходишь с работы. Это бытовое счастье, вот. Ну, если мы говорим о творческом пути, для меня счастье – это первое – результат того, что я делаю. Второе счастье – это когда то, что я делаю, нравится другим людям. Вот. Это творчество должно быть таким, иначе смысла в этом нету. Ну, вот. И третье – когда я могу поделиться этим своим опытом. То есть научить ребят на гитаре играть, научить играть на саксофоне, допустим, показать там какие-то приемы, какую-то мелодию поделиться. В этом счастье. Скажи, какие добродетели ценишь больше всего в жизни? Добродетели? Синоним. Ну, честность, там, бескорыстность, милосердие, доброта.
Что еще он для тебя? Ну, ты знаешь... В людях. Я понял. Наверное, скорее всего, конструктивная критика. Вот так показал. Потому что, когда говорят «молодец», ну, приятно, спасибо. Угу. Когда говорят «херово», ну, неприятно. Вот, а когда говорят «херово», потому что вот так, вот так, вот так, вот, а сделай то-то, 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 и будет хорошо. Вот, тогда это прям спасибо. Ну, то есть можно переформулировать в откровенность, то есть людям, да? Честность, ну, да. И сопряженная с здравым рассудком, так сказать, да? Ну, потому что я вообще стараюсь вокруг себя в последнее время окружать себя людьми, которые не боятся мне сказать правду, если я что-то делаю не так, но при этом говорят, как нужно делать, ну, с определенным жизненным опытом. Допустим, вот... Ищешь единомышленников. Единомышленников, это, ну да, понятно, единомышленников, но я стараюсь искать людей, которые чему-то могут меня научить. Вот. Угу. Даже, ну, ребенок меня может научить чему-то. Да, вот, сейчас я не говорю сейчас про взрослых, потом. Нет, я даже ребенок меня может чему-то научить, если у него появляется какая-то нестандартная идея. Я понял. Ты, получается, на таком этапе максимальной открытости этому миру, да, чтобы взять что-то лучшее из этого мира и дать, что ты на данный момент имеешь, да, так получается? Ну, максимально открыт, скорее всего, нет. Вот. Как-то мой, можно так сказать, друг, вот, зовут его Саша. Вот. Надеюсь, он сейчас слышит меня, вспомнит эту ситуацию, сказал, что ты какой-то это мутный парень. Ну, по слову мутный, скорее всего, он сказал замкнутый. Я не открываю тушу всем и всем и вся. Ну, это нормально. Это нормально, да. То есть, это, ну, зачем мне это надо? Ну, вот, свои проблемы рассказывать кому-то другому, да? Но если, допустим, человек интересуется тем, что я делаю, и хочет научиться, тогда как бы я вообще приглашаю к себе домой, там, на чай, встречаемся, заходим в студию, там, играем вместе, я там делюсь своим музыкальным опытом в плане того, что какая аппаратура лучше, какая хуже, вот, из того, что я имею и то, что у меня было раньше. Поэтому в этом плане я абсолютно открыт. Ко мне приходили там, ну, человек там, ну, наверное, 10, там, 7, не помню, разных музыкантов, в том числе и ты. Ну, хочу, да, заметить, что Кирилл довольно открытый на общение человек, никакой мутности, по крайней мере, не увидел. Шутя он сказал мне это. Я подчеркнул перед тем, что он мой добрый друг, вот в этом. Я понял, хорошо. Ну что, дальше поехали. Поехали. Что вы больше всего цените в друзьях? Такой вопрос подписчики задают. Угу. В друзьях. Ну вот еще раз сказал, да? Ну это в принципе то же самое. То же самое, это конструктивная критика. И еще есть момент, когда в нужное время сказать мне нет. Uh-huh. Бывают такие моменты, когда что-то там я себе напридумываю, скажем так, либо хочу что-то сделать, вот, они говорят, типа, нет, давай это пока это оставим. Это лишнее, да? Это лишнее, да. На данном этапе тебе это не нужно. Ну, опять же, тут такой спорный вопрос. У каждого человека может быть свое мнение, видишь, ты так решишь, что это нужно, может тебя будет отговаривать, тут грань это поймать. Да, тут поймать надо грань, но смотри, тут момент конструктивной критики, да, через возвращаюсь. Если он объясняет, почему. Сможет тоже аргументировать тебе грамотно, да? Да. Я понял. Ну и если про друзей, то, конечно, помощь. Вот. И возможность им тоже помочь, чем могу. Вот. Потому что была ситуация, если мы сейчас уже говорим так немного откровенно, когда один телефонный звонок моему другу, не буду ходить в крайность, но в принципе помогло здоровью моему ребенку. Вот. Вот. Мы ехали с поезда с родины, ребенок сильно заболел, температура почти под 40. Вот. И нужно было из Ростова приехать в Волгодонск. А маршрутка, автобус, все это долго едет, нужно прям в больницу. Угу. То есть телефонный звонок, машина. Пока мы ехали на поезде, он, то есть, примчались. Это Востоку. Ну, для этого друзья нужны. Вот. Взаимовыручка. Слушай, а ты вот в детстве начал рассказывать то, что тебя сразу, как сказать, что-то связало с музыкой. А были ли такие мысли, вот кем-то ты хотел непосредственно стать? Ой, кем только не хотел. Я и поджарником хотел быть.
У нас вот сейчас как камыши горят в этом, ну, возле залива там, в Волгодонске. У нас тоже поля иногда горят в деревне, там кто-нибудь, то сигару или какие-то сигареты, у нас там сигар нету, да. Вот, то там, ну, в общем, по разным причинам загорается, и я там бегал раньше, тушил пожар по полям. Ну, это такие детские, наверное, мечты были, вот. Пожарник. Да. Была такая тема в начальных классах, когда писали на бумажке, кто кем хочет стать. Mm-hmm. Вот. И потом у нас для меня такая была классная руководительница Ангелина Викторовна. Ну, вот, и я написал, хочу быть художником. Вот, я рисовал на тот уровень неплохо. На тот уровень в школе. На тот момент, да? На тот момент, да. Вот, художником. Ну, она почитала, говорит, ну, ты вряд ли, конечно, станешь художником, как сказала она. Почему? Мне. Ну, потому что это не распространенная профессия, и надо зарабатывать на хлеб. Ну, в общем, там это... Аргументировала, она, да? Да, она меня обидела ребенка. Ну, сейчас, конечно, все это забылось уже. Ну, вот, как ее зовут? Не повторим. Да? Вот. Зачем вы? Может быть, это и к лучшему было. Она тебя направила на путь музыки. Да, нет, смотри. Типа, ну, вряд ли это получится, сказала она. Вот. А спустя годы, когда я уже приехал в Волгодонск, я стал художником компьютерной графики. Вот. Я работал в телекомпании ВТВ, и когда я получил эту должность, я посмотрел свой договор и вбил это слово «художник». Mm-hmm. И как-то вот оно вспомнилось мне тогда, и вот, типа, вот, типа, а получилось. Вот. Поэтому, все не зря в этой жизни. Да, да, я вообще считаю, что, ну, есть, наверное, судьба, есть... твой путь, который уже прописан, скажем так, не в плане, что ты марионет каким-то управляешься, да, но есть тебе таланты, которые ты можешь максимально использовать в своей жизни. Вот. И эти таланты, они раскрываются вот именно в детстве. И нужно прислушиваться к тому, что ты раньше хорошо умел, если что ты любил, и ну, раскрывать себе это. Вот. Это хорошая мысль, я согласен. Многие люди теряются в этой пучине срасти, да, и вот, к сожалению, как, да. Как вот, может, у тебя есть тоже совет молодым начинающим ребятам, как найти этот путь, как эту дорогу? Ну, молодым, наверное, не сами найдут, потому что еще молодые. Вот. Я хочу обратиться к взрослым, которые, ну, хорошо, к молодым, как молодым, пробуйте, ну, знаете, такая фраза, в хорошем смысле этого слова, пробуйте от жизни все. То есть пробуйте играть на музыкальных инструментах, пробуйте рисовать, пробуйте читать, пробуйте разные полезные вещи делать. Вот. И тогда вы постепенно поймете, что к чему вы призваны, простым способом вы будете получать это удовольствие. Если вы получаете удовольствие и делали бы это бесплатно, вот, тогда бы это было понимание того, что это часть призвания вашего жизни. Взрослым, то, что я часто общаюсь с людьми, которые говорят, я там в детстве хотел быть там танцовщицей, вот, или там тоже хотел там играть на гитаре, не получалось. Ну, вот, я скажу так, что у каждого своя жизнь, у каждого свои трудности, ну, вот, у каждого свои заботы, вот, но не нужно забывать, что у вас жизнь одна. Вот, если вы свою жизнь потратите не на то, лишь только на внимание к другим людям, не в плохом смысле этого слова, у меня тоже это трое детей, жена, вот, друзья, но если вы все свое свободное время будете посвящать другим людям и не раскрывая свой потенциал, то это будет не ваша жизнь, это будет ихняя жизнь. Вот. Поэтому старайтесь находить в себе, ну, может даже поначалу заставлять, скажем так. Вот, служите свое сердце. Да, и занимайтесь любимым делом. Отлично. Едем дальше. Слушай, а ты патриот? Буквально недавно слушал фразу, не в Зорах, в комедии там не было, о том, что патриотизм – это инструмент управления людьми. Вот. Я считаю, что есть Родина, есть то место, где ты прикипел душой. Вот. Потому что, да, есть географическое положение, Россия, вот. Но
Вот знаешь, есть, когда ты приезжаешь в какое-то место и понимаешь, что вот знаешь, у меня стихотворение есть такое. Вот, когда я ехал на родину, в поезде написал, есть места, где солнце ярче, где ручей бежит быстрее, где рябина светок слаще, где люди чуть добрее. Ты придешь к ним просто в гости поболтать, они тебя от пуза начинают угощать. Угощают их грибами, и оладьи напекут, пирогов дадут отведать и в дорогу соберут. А проснувшись ранним утром, слышишь песню соловья и с улыбкой скажешь тихо: «Здравствуй, родина моя». Вот, вот такая вот... Замечательные стихи. Такой... Ну, то есть, ты бы родину на другую страну не променял, да? Жить бы ты хотел в России, я так понимаю? Нет, с этим я полностью не согласен. Я бы хотел бы жить и в других странах. А где? Ну, вот, любимая страна, какую бы хотел бы? Ты знаешь, слово «любимая» тут непонятно какое. Тут я не был в других странах, поэтому слово «любимая» тут... Где бы побывать, скажем так, тогда... Жить. Скажем так, название тут не имеет значения. Для меня было бы идеальным, вот знаешь, вот, картина такая, домик небольшой, вот, в принципе, вдали от города, вот, в небольшом вдали от города, большой там этот сад, вот, недалеко, пускай будет море, вот, либо большая река, вот, и возможность заниматься любимым делом. Такая мечта идиота. Мечта идиота. Стандартно, банально, ну куда бы да. А по-другому так как, знаешь, вот хочется спокойствия, уюта и возможности заниматься тем, что нравится. Вот. Это идеально, наверное, для творческого человека. Да, да. Ну, в связи с этим тогда следующий вопрос. Какие твои любимые писатели? Я вообще мало читаю. К сожалению, либо это к счастью, к сожалению, потому что, возможно, ну да, скорее, может быть, мой вырос словарный слова мой словарный запас бы вырос, да. Я бы это слово четче произносил бы. Вот. Словарный запас, еще раз повторю. Да, вот. Но почему хорошо, плохо, на почему не читаю? Ну, может быть, на то времени нету. Вот. Ну, не твое, может быть. Ну, не каждый человек любит читать. Может быть, да. Может быть, оно как-то... Вот ты когда... Недавно брал я Пушкина этого. И там есть разные там эти повести. Вот. Читаю историю. Ну да, занятно, интересно почитать. Но понимаешь, что это не твоя жизнь. Это жизнь другого человека. Ты можешь оттуда что-то подчеркнуть, какие-то идеи, мысли. Вот. Угу. Может, для этого и люди читают. Ну, вот. Но не, просто я знаю, которые люди ну, целыми сутками читают. Читают. Да. Они там погружаются, как в телевизор, скажем так, и живут этим. Вот. Это тоже какая-то фраза была, что всю жизнь нельзя учиться. В какой-то момент нужно себя останавливать. Да. Если ты знаешь как, но ты не умеешь, значит ты тренер. А если ты знаешь как, но уже не можешь, значит ты уже тренер. Да. То есть про литературных героев, героинь тебя можно не спрашивать, да? Наверное, да. Вот. Хорошо. А такой вопрос у меня сейчас сбился тоже про историю. Ты сказал, ты затронул историю. Сейчас тут запись выключилась. Можем говорить? Угу. Затронул историю, то есть история тебе нравится, да, в каком-то смысле интересует? История? Да. Ты вот если читал, вот есть какой-то период. Историческая личность, которая вызывает у тебя ну, наибольшую, так скажем, симпатию как личность, уважение. Ну, вот за всю историю человечества, если может быть. Может быть, такой нет. Ну, ты знаешь, вот, да, в принципе, если вспомнить всех исторических личностей, которые есть, история человечества, у них всех одна и та же черта. Это самоотдача полностью, потому что ты делаешь. Ну вот, конкретно кого-то конкретно я не могу это выделить. Вот. Недавно смотрел фильм там про Мерседес, если не ошибаюсь, там, когда зарождалась эта история.
том, как у него была мечта. Мечта, которая вообще не выходила за рамки мировоззрения людей. То есть он решил создать карету, повозку, которая ездит без лошадей. Вот. Угу. Люди это просто было в шоке, как это так, кто-то же должен. Вот. И он всю жизнь там посвятил. И рядом была у него супруга, которая помогала ему. Вот. Которая даже, когда у него силы кончались, был упадок сил, настроения, вот, она всегда его поддерживала, сказала, что у тебя все получится, давай, двигайся. Поэтому надо окружать себя людьми, которые всегда будут тебя поддерживать. Ну, вот, поддерживать не то, что ты молодец, а чтобы наставляли тебя и учили, и поддерживали, в общем. Вот. Понятно. Слушай, вот если бы у тебя была суперспособность, какой бы ты хотел обладать суперспособностью? Видеть будущее. Видеть будущее? Да. И что это даст? Что это даст? Ну, хорошо. Как, по чесноку пошли. Хотя бы на 5 минут первых. Вот. Чтобы не совершать ошибок? Ну, в частности, да. Можно бы увидеть было график фондовой биржи и зарабатывать денег. И не думать о том, что мне нужно идти на работу. Ну, вот и так, вкратце пробежались. Я понял. Слушай, какой у тебя выглядит, конечно, что глупо, что я читаю все это. Нормально. У тебя в данный момент твое душевное состояние. Ну вот в данный момент жизни. Я иду. Состояние душевное. Да. Раньше я шел по дороге. Сейчас вышел в поле. Так вот ответ. Угу. Интересно. Да, такой философский такой ответ. Да. Как хотите, так и понимаете. А с каким девизом ты вышел в это поле? В это поле вышел с девизом «Кончилась дорога». Угу. Ты знаешь, едешь по машине, дорога закончилась, уезжаешь в поле. И ты не понимаешь, куда двигаться, но ты можешь двигаться. Угу. Вот. То есть такое, можно сказать... Ну да, действительно, есть над чем подумать. Слушай, и непонятно, хорошо это или плохо, да? Непонятно. Это возвращается к тому вопросу, то, что раньше я конкретно куда-то шел, то есть я хотел там добиться каких-то сценических вершин. А сейчас, получается, я развиваю это все в себе. То есть, получается, раньше у меня был узкий путь, ни влево, ни вправо, только так вот двигайся. Я, получается, вышел в поле, и границы расширились, вот, но... нету наставника, который бы меня вел. Понимаешь? Угу. Вот. Я понял. Слушай, ну тогда следующий вопрос. Вот если бы ты оказался перед Богом, да, так как, что бы ты ему сказал? Угу. Мы затронули ту же тему религии. Угу. Что бы он сказал? Ну, как-то так. Как-то так? Как-то так. Промолчал? Нет, не помолчал. Ну как-то да, вот получилось у меня. А, я понял. Понимаешь, вот когда проживаешь свою жизнь, анализируешь то, что было, ну как-то так вот получилось. Вот такие. Познеровские такие штучки. Да. И сказать ему спасибо, есть место быть. Вот. Сказать, есть место, когда были периоды, когда нужна была помощь. И не было помощи. Вот. Сказать, то есть обвинять его тоже как бы, ну нет. Вот. Я сам хозяин своей жизни. Вот. И у меня есть право выбирать то или то. Вот. Поэтому как-то так. Я понял. Слушай, ну и, наверное, заключительный вопрос, такой необычный. Я думаю, время у нас поджимает, скорее всего. Если бы ты оказался на необитаемом острове, что бы ты взял с собой туда? Ну, топор. Топор? Да, и философствовать не буду. Все? Но по сути... Три вещи. Давай, три вещи. Хорошо, топор, это раз. Как там, кремний называется, да, который огонь разжигает. Да. Ну... Да. И, пускай будет еще Библия. Угу. Да. То есть, две составляющие, помогающие мне выжить. Угу. В данных условиях, на необитаемом острове. Да. И третье, это чтобы не потерять
человеческое достоинство, скажем так. Чтобы это довольно прагматично тогда. Ну, как по-другому. Я понял. Так, ну что, на этом, наверное, закончим нашу беседу. Было интересно пообщаться. Вы оставляйте, дорогие друзья, Кириллу комментарии, вопросы, если у вас какие-то еще возникли, пожелания. Может быть, мы не знаем, во что выльется дальше наш такой экспериментальный формат. Но было интересно. Даже есть еще вопросы, что можно было бы еще улучшить, мне кажется, еще сделать интересней. Поэтому вам спасибо за внимание. Кирилл Антонов, любите, жалуйте. Я скромный ваш слуга.